Здравствуйте, дорогие друзья, мы играем Tiny Toon Adventure and All Star на Sega. Спортивная игра. Играем историю. Будем проходить ее полностью сразу. Мы будем играть первый матч в баскетбол. Нападение. Бастер Банни. Центральное нападение. Лэки Дак. Рэпс Банни в центре. А, это футбол, по-моему. А, Хэмптон. А, да, это футбол. Извините, пожалуйста, да, это футбол. Хэмптон на воротах. Опа! Косоглазый ты вообще. Гол! Блэки Дак! Ставили в счете 1-0. Хрен! Меня выручает. По пустым ворота! По одного! Хрен! Один-один! Космический дьявол забивает. Они меня уже всех поломали, игроков. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А, ни хрена! Ой, а чё я не ударил? У меня все уже уставшие. Так, Дубай! Меня ловит. Ой, ой. Ни хрена себе! Вот кошак забивает, какое голище. 2-2. 52 секунды до конца первого тайма. Пострабани! Ух ты! А был красивый удар. Ах ты, рядом со штангой. Ох ты, штангу.
2-2. Почти забили. Немножко не хватило. Немножко силы уверенности. Еще 2-2. В пользу. Ну какая польза? Ничья. Че я тоже несу вообще? Поехали. Надо ему голы забивать. Угловой. Где в угловой? От нас. Флэки! Хэтрик! Флэки так! Куска забивает третий гол! Оп! Молодец, винюшка! А-а-а! Вовремя заяц постраховал. Головой. Блин. Оба. Рядом со штангой пролетает. Бассер! Три-три! Хорошо сравнивать счет! Гол в Бахспане! Четыре-три! Пять-три! Покер! Блэки Дак! Почти! Ух ты! Вот это был гол за османского дьявола! Рядом. Держать 40 секунд еще. Ой, свинья, молодец. Вы представляете, узко, пятый гол забивает. 6-4. Гол! Шестой гол! Узко забивает. 7-4. Узко вообще мочит. 6 голов.
Кайо тоже мутит. 7-5 за 20 секунд. Рядом. Матч выигран со счетом 5-7 в пользу меня. Такая еще музычка. О, охренительная была игра. Да, ще мы порвали эти говноедов. И Васьки, давайте баскетбол. Так, уберем трех. Конечно, Бастер Банни, Рэп Банни и Плакет Дак. Играем на карту Уэстер. Ой-ой! Вот затупили! Баскетбол вообще для меня легко, но... Что-то сейчас не... Опа, дай! Пойдет! Трёшка спокойная. Трёшка спокойная. Нормально. Ой! За 4 секунды хоть, блин. Монтана Макс кидает, но не забивает. Еще 17-15 после первого тайма. Но что-то странно. Я могу намного лучше в нее играть. Футбол для меня посложнее. Они разводят. Ох ты! Вау! Слава богу. Быстро, быстро развели. Ух ты! Они вышли вперед. Мы сравниваем. Мана! Плотник. Ну и забивают, конечно. Ой-ой-ой! Да что ты будешь делать? Трёшка! Надо отыгрываться.
позориться не надо. Плюс одно они выигрывают. Красавец! Где мы выиграем плюс одно? Есть! Нормально! Выиграли 26-27, сейчас мы уже 32-27 выиграем. Плюс 5 у нас пока победа. Счет после второго периода 32-27 в нашу пользу. А все, мы танцевали, короче, мы пошли. Ха, все, поехали. Так, мы, по-моему, должны разводить. Все время не разводим. Ну, хоть одно радует. Ух ты, ё-моё! Вот хрен уж. А, Монтана, лошара. Разобрать не стоит. Ова! Из-под кольца прям вытащил. Что-то не выдохлись. Нормально, уже плюс 11 идем. Ой, споткнулся. Ай, еще от меня ушло, блин. Получилось сейчас. Найс шот! После третьего периода 44-34. Ой! Блин. Отлично! Трёшка! Ова! Опять из-под кольца! Хоть от трёшки спас. Чё, эти Олеги встали? Непонятно. Вроде 42 плюс 7, только выигрыш. Мне еще победу просрать не хватает. Нормально, трёшка, плюс 8. 38 секунд, мы плюс 7 выигрываем. Да! Ой-ой! Пш.
Наша команда выигрывает со счетом 54-49. И это был обзор. Маленький обзор прохождения игры All Star. Спасибо за внимание. Всем пока.